мире в целом ситуация непростая, и решил не рисковать и поставить прививку. Тем более мы работаем в зале с людьми, чтобы себя обезопасить. И их как бы есть примеры среди близких и друзей, кто, то есть, перенес уже заболевание. И как бы не хочется повторить. Единственный минус прививки, что нельзя 3 дня тренироваться. Ну, вот. А как бы остальное только пойдет плюсом, я думаю. Это прекрасное средство, что у нас, тем более в России, придумано. Не чужое, я думаю, оно хорошо зайдет.